Я могу сказать, что забили 8, но могли и пропустить мячей столько же, примерно. То есть к обороне вопросов очень много было. Если вернуться в первый тайм, если вы помните, при счете 1-0, 2-0 у команды Ухты были достаточно хорошие моменты, которые они не реализовали. Где-то нас вратарь выручил, где-то наша сторона неудача была в этих моментах. Потом мы забили третий мяч, полегче стало, но вот этот последний мяч, который как гол в раздевалку называют его, он по идее по-хорошему не должен был. То есть мы как бы чуть-чуть живой водой полили на второй тайм. Но в перерыве с ребятами поговорили, изменили чуть тактику. То есть начали играть от середины и поговорили о том, что работать над нашими принципами, которые мы хотим видеть. Я думаю, что во втором тайме сыграли достаточно грамотно в оборонительных действиях. Хотя тоже шероховатости были. Но ничего, для этого турнир и состоит, для того, чтобы тут пробовать, наигрывать, взаимодействие, связи и какие-то варианты тактического ведения игры. Поэтому работы очень много еще, очень много. Сейчас ребятам в разделке тоже скажем, что сегодняшний матч 8-2, да, хорошо. Полчаса порадовались сейчас в разделке и забыли, и завтрашней игре готовимся.